Армении в Библии упоминается, и я вам ее, естественно, покажу. И вот здесь, когда мы находим в Библии главу 37 Исаии, стих 38, мы читаем Синакирип, царь Ассирии, когда он поклонялся в храме своего бога Нисроха, его сыновья поразили его мечом и бежали в Армению. Например, в Библии Томпсона, широко популярной в Западном полушарии, иллюстрировано теми царствами, где происходили события Ветхого и Нового Завета. И тут везде можно рассмотреть Армению как крайнюю точку на периферии библейских событий. А как в синодальном переводе, часто используемым в Вульгате, звучит этот стих из Исаи, спросите вы, авторы, сенатального перевода назвали армению просто араратским царством